Привет всем, это канал Сосиска в тесте, мы продолжаем карьеру за ЦСКА Москва. Сегодня, наконец-таки, мы поменяем наш состав, то есть выпустим уже Марио Фернандеса и выпустим все-таки Цубера вместо Витиньо, попробуем его, а Базилюка вместо Витиньо. Вот так вот мы сделаем. Муса пока у нас восстанавливается после травмы, мы попробуем такую схему игры. Тем более матч у нас теперь с Анжи. Есть возможность попробовать состав. Погода замечательная. И у нас все шансы выигрывать сегодня. Все прям для нас в этом матче. Поехали. Играем мы дома. Тошич. Пас на Марио Фернандеса. Марио Фернандес сразу же, смотрите, включается в игру. Заброс на Тошича. Сильный заброс, да. Но Тошич должен похлопать. Должен похлопать за то, что его увидели. Вратарь выносит мяч далеко вперед. Березуцкий с мячом. Супер. Соболев, Соломатин, Агаларов. Агаларов на фланге. Что же он будет делать? Он сейчас будет навешивать. Навес. Хороший навес был сейчас, но Марио Фернандес справился с этим навесом. Тошич на Марио. Тошич. Хорошо пока все складывается для нас. Ещенко хороший, молодой и перспективный крайний защитник. Гатагов. Ахмедов на Гатагова. Уйдет. Достает этот мяч Гатагов и простреливает в штрафную армейцев. Витиньо хорошо играет, скидывая мяч Тошичу. Загоев сместился на фланг. Навес Дзагоева. Мяч до Думби не доходит. Хорошо играет оборона Анжи сейчас в этом моменте. Максимов. Заброс на Соболева. Соболев. Навес. Опаснейший навес был сейчас. Составы, да, у меня не новые составы здесь в этом. Так как Бухаров перешел и остальные, Смолов и так далее, перешли недавно в Анжи, поэтому карьера уже начата как прилично как. И нету у нас их в Анжи. Ну это ж фолы были, ну еще раз фолили. А вот если бы я так сыграл, фол бы был засчитан. Макротич. Тошич, Витиньо, Эльм. Давай, Дзага, давай, Дзага. Хорош. Цубер. Хорошо пробил Цубер сейчас. И Дзагой его вовремя увидел. Все было замечательно сделано. Ну и вратарь сыграл очень даже хорошо. И заброс на Витиньо. Витиньо. Эльм. Эльм удар выше ворот. Ну какой же мощный удар. Выходил сейчас воротарь. Опрометчиво. Но благодаря тому, что Эльм не нападающий, опорник. Мяч. И удар его был выше ворот. Был бы на этом месте или Думбия, или даже Дзагоев. А если бы был Тошич, то это было бы вообще замечательно. Ещенко. Хорошо. Эвертон. Очень хороший центральный защитник. Приличная скорость. Одна из лучших
скоростей центральных защитников в российской премьер-лиге. Акинфеев, молодец. Дзагоев. Пас на Витинью. Витинью. Дзага. На Тошича. Тошич развернуться осталось. Цубер. Угловой удар. Цубер навешивает. Эльм сносит, просто сносит защитника. Но вратарь берет мяч спокойно в свои объятия и продолжая атаку, ошибается в выбросе мяча. Тошич навес. В офсайде оказался Эльм, но было очень хорошо сыграно. Да, нога была у него в офсайде, нога совершенно чуть-чуть вылезала, поэтому он оказался в офсайде. Дзагоев на Витинью хорошую выкатку давал, но мяч не дошел до Витинью, так как защитники очень хорошо сейчас подстраховали свою зону. Эльм, молодец, Эльм. Эльмушка, Эльмушка, пасулю надо было давать уже на Витинью. Гатагов. Очень хорошо играет Василий Березуцкий в подкате. Дзага. Витинью, Тумбия. Хорошо, Марио Фернандес. Заброс на Витинью. Гатагов. Саламатин. Игнашевич успевает, успевает, не дает мячу уйти, но игрок Анжи перехватывает этот мяч. Ахмедов. Максимов. Саламатин. Ахмедов, удар! Кимфеев еле-еле выручает сейчас армейцев. Армейцам не хватает в центральной зоне помощи, да и вообще не хватает игроков в атаке. Первый тайм закончен 0-0, но с Анжи нельзя играть в ничью. Нельзя. Нужно выходить в атаку и в командный... Нет, контратаки не нужны. Нам нужно... Да нет же! Командный прессинг. Вот, наконец-то сработало. Ещенко. Марио Фернандес. Хорошо. Вроде бы был в офсайде, нет? Значит, центральный защитник задержался сейчас. Хорошо. Отковыряли мы этот мяч. Тошич. Ну, Тошич. Вся игра через тебя идет, а ты так заваливаешь моменты. Хорошо. Играем в защите, играем. Вот это вообще пасуля была. Кедрени Фени. Ну и удар сейчас. Крича не получился. Мыкрчан. Поджал нас Санжи. Вот она, первая замена. Давайте мы тоже проведем замену. Вместо у нас Витинью выйдет Базилюк. И Миланов выйдет вместо Дзагоева. Попытаемся сейчас что-то сделать впереди отдохнувшими игроками, свеженькими, свеженькая кровь. Миланов сразу же делает неточную передачку на Тошича. Базилюк.
Можно теперь играть и навесиками, навесиками можно поиграть. Куда ж ты так выпинываешь-то мячик? Тошич. Ох ты, как сыграл сейчас игрок Анжи. Махумат. Заброс на него. Удар! Гол! Махумат! Кудрявый ты микрофон. Но сейчас только остается нам выходить в суператаку. Максимов. Куда ж ты отдаешь пас-то сейчас, Эльм? Мушка. Гатагов. И опять же пас в центр, пенальти. Желтая карточка Игнашевичу. Замену также проводится у Анжи. Сердера вышел. Куда же будет бить? Давайте мы прыгнем вправо. Вправо бы прыгнем. А он дал по центру, ударил. Это обидно, печально. За 4 минуты мы пропустили 2 мяча. Да, подзажал нас Анжи и заколотил эти 2 мяча. Не получается вообще ничего у ЦСКА. Заброс вперед. Ну же, отбираем мяч. Мяч, молодец. Марио. Марио Фернандес, навес. Эльм, наконец-таки. Вот это колесо так корявое это какое. Эльм, молодец. Реализовал. Но тут вот пустой угол, конечно, нужно было сбивать. Еще 2 мяча нужно забить нам. Будет замечательно все. Ну, это же фолы сейчас были, толчок просто в спину. В офсайде нет? Не было офсайда? Да, мне кажется, был. Щенников, молодец. Неточный пас. Базилюк, надо было встречать. Пас на фланг. Мухаммад. Смещаемся. Пустые ворота! Как же так? 3-1. Думбия. Тошич. Базилюк. Супер вперед, Щенников. Догнал он этот мяч. Молодец. Навес на Базилюка. Базилюк, удар! Опасно было, опасно. Очень даже опасно. Ну давай, Помазан, выноси мяч. Хорошо. Базилюк. На Думбию. Думбия вперед на Цубера. Цубер. Навес. Базилюк. Удар. Помазан опять же. Опять же Помазан. Сердер Сердеров. Вася. Вася ошибается. Нашевич. Сережка, давай. Вторая желтая сейчас будет у Сереги. Вторая желтая. Прощай, Серега. Васин будет у нас играть в следующем матче. Просто провальный матч. У нас одни фолы. Фалим, фалим, фалим. И что, и проигрываем 3-1. Вообще просто молодцы. Как-то очень опрометчиво выходил
Ну, фалил же, фалил. Ну бегом, бегом, разыгрываю. Вася, Щенников. Паразак. Пас вперед, Ахмедов. Хорошо, Марио Фернандес сыграл сейчас. Тошич, догони этот мяч, догони, включи свою прыть сербскую. Цубер! Как же было сейчас хорошо сыграно-то, а? Чан Мухаммед. Мухаммад. И опять же Марио Фернандес. Но посмотрите, как он сейчас все подчищает. Просто всю защиту, всю оборону он чистит. Ну, фолы же были. Судья. Что за FIFA, а? Как-то раньше свистели лучше и судили. Вася, давай. Навес. Гатагов навешивает. Марио Фернандес. Думбия. Думбия. О, Ахмедов. Главное не дать забить еще один мяч. Главное не дать. Хорошо. Базилюк. Да, поражение у нас. За поражением. Ничьи поражения, ничьи поражения. Ну ничего страшного. Спартак в ничью сыграл. Надо было пользоваться этим моментом. Что же у нас там творится? Дисквалификация, да, Игнашевича. Полное выздоровление. Наконец-таки Мусы. Давайте мы Васина выпустим. Мусу мы только... Давайте мы на замену его возьмем. А так все у нас замечательно. Но мы пока на 8-м месте, и это не замечательно совершенно. Большой перерыв. У нас матч с Амкаром. Ну что ж, увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!